Всем строителям привет! У нас остался последний элемент стропильной системы. Это вот этот угол смонтировать. Но есть определенная сложность в том, что высота огромная. И стропилы пришли, точнее дерево 250. Очень тяжелый, мокрый лес. И мы хотели бы открыть вам секрет. Ну, для кого-то секрет. Кого-то они всегда так делают. Расскажем о методе, как же поставить стропилы в труднодоступных местах кровли. Ну, с чего начнем? Первое, что мы возьмем сейчас размеры каждой стропилы и снизу сделаем угол. Идеальный угол под яндовую. Будем ставить и сразу. Как говорил, пошли у нас размер. Я здесь делаю на связке. На связку, Алюха. Примерно на глаз берет, где придет у нас стропила, какой длины нужна. Идет они. 1,70 м. Маленький. И последний. Я бы, конечно, показал вам элемент, как мы достигли этого узла. Точнее, угла. Как мы вот такого результата достигли. Снизу. Выпилили вот такой. Такой угол. Ладно, пошли мы, короче. Зачистка рабочего места от снега. Это уже наша задача. Помните зимнего монтажа. Бесплатная работа. Размерчик доски. У нас есть лекало. Так как циркулярка не берет такой угол, то нам приходится это все пилить пилою. Просто пилою. Хорошо подготовил доски снизу, теперь мы начнем устанавливать их. Весь процесс попробую заснять. Вот, дорогие наблюдатели, зацепили мы стропила. Холодная доска, поэтому даже глухарь лопается или аппарат такой мощный. Вот такая красота получилась. Так, что значит? Сверху я стянул все это глухарями. Так, где они у нас? Вот тут. Везде они, короче, есть. Я сейчас буду пилой спиливать вот эту излишество вот это. И получится красота. А дальше будем делать ригеля, стягивать кровлю, ставить уголки везде. Основной контур кровли готов. Сейчас будем ригеля устанавливать, прокреплять конструкцию. Хоть очертания кровли стало видно.